«Металлург» Новокузнецк в первом раунде выбирает Антона Слепышева. Антон Слепышев, он присутствует сегодня здесь. Антон Слепышев. Теперь в стане армейцев три первых номера драфта КХЛ. К Михаилу Пашнину и Кириллу Капризову добавился Антон Слепышев. Антон, как и нынешний капитан ЦСКА Сергей Андронов, воспитанник пензенского хоккея. Поиграв в системе местного дизеля, Слепышев подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», за который в 17 лет дебютировал в КХЛ. Игра молодого нападающего привлекла внимание представителей Салавата Юлаева, и Антон отправился в Уфу. За время своей карьеры в России Слепышев успел выиграть бронзовые медали чемпионата мира один раз с юниорской сборной и дважды с молодежной сборной России, капитаном которой он являлся. На драфте НХЛ Антон был выбран в третьем раунде под общим 88-м номером клубом Edmonton Oilers. За три года в составе «Нефтяников» Слепышев успел поиграть с разными партнерами, в том числе и в первой тройке с Коннором Макдэвидом, и набрать 23 очка. Слепышев, in there by Fowler. And now it's picked up out in front for Slepyshev. That's a goal. He tucked that in. В конце сезона Эдмонтон сделал Антону квалификационное предложение, но игрок решил вернуться в Россию, где как минимум ближайшие два года будет защищать цвета московских армейцев. Get it up early. Anton Slepyshev breaking in. Slepyshev, oh, what a goal! Anton Slepyshev makes it 2-1.